какой он веры или из какой он партии, сможет прийти и разделить радости и трагедии, обсудить проблемы и достижения. Важно, чтобы Курский центр был вне политики и вне партии, ведь основная его цель – произнесение национальных культурных ценностей и воспитание духа патриотизма в молодежи. В свою очередь, обязуемая поддерживать отношения и все ваши начинания. Спасибо большое. Большое вам спасибо. Асот Алабани, Рай Млэк. Гавэмэ. Спасибо огромное. Вы знаете, мне первый раз в жизни сегодня захотелось знать курдский язык. Браво! Великолепно! Здорово! А следующий, кто будет выступать, друзья, это кандидат политических наук, политолог, публицист, бизнесмен Юрий Дасни. Друзья, у Юры, наверное, сегодня двойной праздник. Я вам подскажу, скажу кое-что. Недавно у него родился сын, ребята. Давайте поздравим его. Юрий Романович, где ты? Дорогие друзья, добрый вечер. Санкт-Петербург издавна славится как культурная столица России. Культурные ценности здесь всегда были в приоритете. Мы знаем, что Санкт-Петербург является основателем курдоведения. Именно здесь был открыт впервые в истории Курдистана курдский отдел, который стал профессионально изучать курдскую культуру, литературу, курдский фольклор. В архивах Санкт-Петербурга, в библиотеке имеются большие, огромное количество, около 100 экземпляров курдских рукописей. Такого количества даже нет в самом Курдистане. Здесь имеются эти коллекции курдского фольклора, который собрал наш, так сказать, вот известный, уважаемый человек Орлихани Джалил. Здесь изданы очень много литературы на курдском языке. Курдско-русский словарь, который впервые был издан. И многое-многое другое. Конечно, за это курдский народ выражает огромную благодарность Санкт-Петербургу и вообще правительству России, сегодня Российской Федерации. Думается, что организованный сегодня курдский культурный центр будет продолжателем этих добрых традиций. Правда, здесь, в Санкт-Петербурге, проживает небольшая диаспора, даже по сравнению с другими маленькими городами Российской Федерации. Но он объединяет лучших людей этого города, потенциал, который способен даже он перешагнул даже вот диаспору Москвы. По нашим подсчетам, где проживает около 100 тысяч человек. На сегодняшний день даже в Москве нет курдского культурного центра. Мы желаем, Мураш Иринович, это человек с большим опытом. Это человек, который долгое время был учителем, педагогом, с большим опытом. Мы думаем, что под твоим руководством этот центр добьется ощутимых таких полезных результатов. Спасибо, Юрий. Мы думаем, что ваш культурный центр будет одним из ведущих, поскольку так сложилась такая традиция, что Санкт-Петербург он всегда был впереди курдоведения. И добьется всех основных задач и достигнет своей цели. Поздравляем вас с открытием. Желаем удачи, благополучия. Большое всего самого наилучшего. Большое спасибо, Роман. Дорогие друзья, я вам еще больше скажу. Когда первая официальная делегация, то есть ездила в Южный Курдистан, вот во многом это благодаря Юрию Романовичу. Он организовал делегацию и нас встречали на самом высоком уровне. Большое тебе спасибо, Юра, дорогой мой.
Спасибо огромное. И вы знаете, нас очень многие хотят поздравить. Я вот заметила, что я говорю «нас». Уже «нас». Не вас, а нас. Я почти с вами. Спасибо. Следующий, друзья, это представитель армянской диаспоры в город Санкт-Петербурге Карен Ромикович. Пожалуйста, Карен. Добрый вечер, дорогие друзья. Как староста Армянской апостольской церкви и председатель Совета региональной армянской национально-культурной автономии, от всех армянских братьев и сестер я поздравляю братский курский народ с образованием культурного центра, тем более, что он первый на территории в России. В лице вас я поздравляю весь 50-миллионный курский народ волей судьбы. Волею судьбы, разбросанный по всему миру, да, и лишенный полноценных атрибутов государственности, но лично я уверен, что уже настал день свободного, суверенного, единого Курдистана, полноценного члена мирового сообщества и мировой семьи. Я вас искренне всех поздравляю. Большое спасибо, Карен. Мы видим, что ты набожный человек, и, возможно, Бог тебя слышит. Дай это Бог, чтобы было так. Следующий, кто будет поздравлять и говорить слово, это председатель Национального общества греков Санкт-Петербурга Цариград Янис Артемьевич. Пожалуйста, Янис. Братья и сестры, я хочу сказать несколько слов. Мы, греки, с курдами везде, на Востоке и во всех других местах, вместе, бок о бок, живем не десятки, не сотни, а не побоюсь сказать, тысячи лет. И являемся свидетелями всяких вот, событий исторических друг друга. Я хочу просто поздравить от всех греков Санкт-Петербурга, я хочу поздравить наших братьев с этим очень таким весомым шагом и результатом, к которому вы пришли. И всегда знайте, что мы рядом с вами и во всем вас поддержим. Спасибо большое. Большое спасибо, Янис, представитель высочайшей культуры Греции. Мы приглашаем на сцену кандидата физико-математических наук, мецената, бизнесмена Зорика Шакроевича Мугой. Это сын нашего академика Шакроя Мугои. Господин президент, дамы и господа, братья и сестры, я бы хотел выразить нашу, я говорю от имени семьи, категорическую и полную поддержку тому начинанию, вот, истоки, которого вы сейчас стоите. Не хочу повторяться, говорить, что единственное это важно, не хочу говорить, что то все. Мы просто не должны забывать, что мы, наш народ находится в состоянии войны. И эта война, она очень жестокая. Она с элементами геноцида, вы все обо всем знаете, кто не знает, и слава Богу, лучше не знать об этом, тем не менее. И на этом фоне одно название единства, оно уже много стоит. Желаю вам большого успеха и самое главное, чтобы вы стали примером для всех остальных. Вот это самое главное. Чтобы вот это единство, оно перешло, чтобы не было вот этих границ религиозных, не было партийных, не было других границ между нами. Все мы курды, да здравствует Курдистан. Спасибо тебе. Один из талантливейших молодых людей, знающих несколько языков. Спасибо тебе, Зорик. На сцену приглашается первый заместитель национальной автономии азербайджанцев в городе Санкт-Петербурге Машкюр Шукюрович Гасымов.
Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемый Мурат Шединович. Я тоже хотел бы от имени национальной культурной автономии азербайджанцев Санкт-Петербурга и от его председателя Вадима Ивановича Мамичева от его имени поздравить всех курдов, курдовских братьев и сестер сегодняшние замечательные мероприятия с открытием общества национального культурного центра и его замечательное имя Единство. Мы, азербайджанцы, плечо к плечу жили с курдами. Вы знаете, на территории Азербайджана много национальностей живут. Мы с ними учились и в школе, и в институте, и дружились, ходили в различные секции. И до сих пор даже вот в городе Санкт-Петербурга очень много прекрасных, замечательных лиц, которые сидят в сегодняшнем мероприятии и учреждали это, скажем, культурный центр, наши друзья. Мы с ними по 30 лет здесь дружим, с молодости нашли друг друга. И до сих пор верны наша дружба. Это еще раз доказывает и показывает гордость, мужество, достоинство как бы курдовского народа. Мы всегда вместе, вот единство, тем более тяжелый период сегодня в мире, вот то, что происходит, это единство важно. Еще раз вас поздравляю с началом. Мы с вами всегда вместе и будем приходить всегда замечательно ваших мероприятий. Спасибо. Большое вам спасибо. Привет всей диаспоре. Всегда будем встречаться и видеться. Спасибо. На сцену приглашается президент Федерации езидов во Франции Томас Дасни. Это Томас. Из Парижа вместе с супругой. Человек европейский, высочайшая культура. Женой ездит. Mesdames et messieurs, Mevane Heja, Khanam u Maqule Qadirgiran. Îro roşa ke dîrokiye, wenava tarîxê da cexa hejûde. Bona silsilhata beyhatî. Nava dîrokê da ev çend demselene qarna 21 da ve bimîne weka salê birvedana miletê me. Ziyaretgeh qib Ocağı mı? Bey heftine vekirli lihamu devleta, lihamu bajara. U bu yeki em kubar u serbilindu. Vekirna ocağı ki isa li devleta Rusya'yı bajarı San Petersburg'i vada da buye u heye kanya pejda çuyina rola zanyi, kırk zanyi. Karu xevati mezil hadine kirini buna dirok u edebiyatı. لکولنی برفره و زانیستی جه خاکردن نوا ارکا بلند رولات زانی پرویدا اولاد امه ملند امه حدیه کرنه بونا پیش دا برنا چاندو فوکلورا خاناس کرنا ملندی امگلک بوه سر بلندی وکی پی حدیه قانات پردو اردیخان جلی زارا موسوبو شکروی خدو و گلک مایی که وی باجاری پیروز دا که دو امکه خدانینه و اف جی بالا نیشتیه و اف وگرنا اجاخه که ایسا اسوسیاسیه که ایسا که وی همولاگی و بجبن سرهف بونا پیشتا برنا چاندو هنری خاناس کرنا دین اساسی که حاضر کرنا قادروی زانیر که پونه راستیش رهبری ملت دکن از دیسا جاره که به دل وگرنا و اجاخ پیروز دکن و دخازم دست براتی دریشی همو فیدیراسیونا همو اسوسیاسیا بکن و همو ملتیا بکن وکا گودنا کارو بابا
برا نورا شمس ريوبا راستكا فريمون ميرسي بوكو لا سان لا فيل سان بيتربورغ لا فريمون سي اون بون بون اي تري جولي فيل ميرسي بوكو دو فوتر اتانسيون زامبرا ميرسي بوكو مون شير امي دريوما تاماس داستني سيرچايما спасибо merci merci очень красивый французский язык. Вы знаете, возникла идея. Друзья, вот на самом деле это так здорово. Вот я еще раз хочу подчеркнуть, что так вот официально на таком уровне, в таком зале открывается культурный национальный центр. Потому что, вот сама я уже говорила, да, из Республики Башкортостан, и у нас здесь есть такая вот, такие собрания, современная молодежь их называет такие, знаете, тусовки. И вот такие вот башкирско-татарские вот такие вот общения происходят, но вот то, что вы делаете, это вот достойно уважения, и у меня возникла даже такая идея открыть здесь тоже такой свой национальный культурный центр, потому что вы делаете такое, с чего мы должны брать пример. Спасибо огромное вам за это. Спасибо, Диана. А на сцену приглашается член руководящего совета Демократической партии Курдистана Саман Ауни. РМК Мамуска. Дамы и господа, добрый вечер. Хошхалинка, амро баждари, дагал пивы хошелиз для Кыртнавей, малые гун, малый курдан. Нам очень приятно, сегодня мы открыли этот прекрасный дом в Санкт-Петербурге. Для Хошхали, для Башури Кулстанова, Гатуин, для Хоши, Серкаутничи Геурова, для Азад Кирдени Шенгалова, для Санкт-Петербург, для Баждари Кирден, для Хоши Читер, Кеавиш Кирдневой, Мали Якуна, Мали Курда. Мы сегодня приехали из Южного Курдистана. Мы приехали с победой, со освободением города Шенгаля. Мы очень рады, что сегодня приехали. Благодарим Божа Хошакан Ман, Божа Хошакани Курдистан, Божа Хошакани Курд, для Гардиечи Дниябен, Бардаван Бен Мухарла Хоши Дяби. Мы желаем, чтобы в Курдистане всегда было свободно, мы желаем счастья всем. Банави Саркирдаяти, партии демократии Курдистанова, Пирозбаи, Кирнавей, Аубсантара, Малый Курд, Малый Якбундакейн, و دست خوشیان لیده که این که نونیشانی یک بونیان حلب جارد و با اوی ببیت چطر لبو همو کردی روسیا با هر جیوازی چی بیرو بوچون یا جیوازی چی آینی که همان بید گرنگ اویا که کردین که کردستانی می поздравляем по имени партии ПСК из Южного Курдистана и желаем, что в этом культурном доме дальше развиваться. Мы еще раз на душе поздравляем вас. Еще раз спасибо большое. Сейчас подарки будет. Вот этот подарок для вот этих людей, вот, которые участвовали в открытии вот этого дома. Мурас Ширинович.
который Джангир, Джангир Усубович. Владимир Касимович. Тритикотоян Гамлет Хадимович. Но сегодня его нету, Гамлета нету, если кто-то за него получит. Дадим мы ему, наверное, оставить. Гамза... Гамзаголи Тахир Исмаил. Курдоев... Курдоев Роман. Курдоев Роман. Шамиля Вагив. Шамиля Вагив. Общественный деятель. Шамиля Вагив. Нету. Сади Ферик Таймурович. Шамилов Гияз Тахир. Шамилов Гияз Тахир. Худой Мираб. Барзани, Барзани Алевич Набиев. Джамал Сутоевич Кагриманьян. Джамал. Рустам, смотри, Рустам. Наши поздравления продолжаются, и на сцену мы приглашаем заместителя директора Санкт-Петербургского дома национальностей Исляма Талиповича. Сейчас подарки будут от министра культуры и председателя Курдистана доктор Асо. Пожалуйста. Председателем межнациональных отношений, вот представитель этой организации. Вот, один. Столица Южного Курдистана, Арбиля. Да, фрагмент. Сделана ручная работа, ковер. Спасибо вам. Все в музей.
Продолжаем, потому что... Подарок от партии, Демократической партии Курдистана для депутата Краснодарского края. Зорик Садоев. Зорик Садоевич, пожалуйста. Здравствуйте. Вы знаете, я первый раз вижу, что во время открытия Центра национальных культур вот как-то все светится, никого не могу видеть, но собралось 100 мастеров, это количество интеллигенции, курской интеллигенции именно в городе Санкт-Петербурге. Ну, реально это приятно видеть, потому что на самом деле сегодня, значит, не каждому курду не безразлична судьба курдов, судьба вот именно народов, курдского народа. И хочу выразить огромную благодарность вот именно организаторам, лице президента Шейхмураза за то, что вот они совместно организовали открытие центра вот культуры, курдской культуры. Знаете, вот среди них я некоторые практически всех знаю, и каждый из них это является там предпринимателем, там каким-то, ну, детям там науки.